Всем доброе утро! Доброе утро, ребятки! Мы сейчас будем завтракать. Я сейчас на планше поджариваю хлеб, чтобы он был хрустящий. Хрустящий. Да, у нас вот там такой стол накрыт уже. Так, смотрите. Вот так вот. Вот. Опять у нас солнечный завтрак. Угу. Да? Да. Солнышко обогревает нас. Короче, вчера я игралась вечером с Пумой, лежала под пледом. Смотрите, у нее были настолько острые ногти, короче, она мне все... не видно. Короче, у меня немножко опухли пальцы. Все, смотри, как она мне вот здесь отодрала. Короче, мы ей только что подстригли ногти, смотрите. Сидит довольная такая. Я покажу ногти, потому что просто спрашивали. Вот, отрезали ногти. Как она реагирует? Если честно, она очень спокойно к этому относится, потому что мы ее приучили с самого детства подстригать ногти. То есть, когда мы ее завели, привезли домой, месяц, наверное, мы ей ничего не подрезали, потом она подросла и чуть-чуть. И мы начали отрезать ей ногтики так. Можно ножничками, можно щипчиками, да? Короче, специальные есть ножнички. Не там с ямкой. Есть специальные. Можно обычными щипчиками. Да. Можно вообще ножницами. Можно кусачками, можно плоскогубцами вырывать прям. Да шучу, нет, конечно. Кто подумает, что я же не шучу. Вот, и просто в комментариях писали, расскажи, Катя, как правильно это делать. Самое главное, идем, я тебе покажу. Самое главное, правильно обрезать. Смотрите, вот ноготь, и вот здесь вот у нее уже начинаются нервы. То есть до нервов нужно обрезать, чтобы, потому что иначе ей окончание. Будет очень больно. Буквально вот, ну, наверное, миллиметра 2-3. Самое острое отрезать, и все. Вот, например, задние лапы мы не подстригаем. Хотя вот она задних... ей тоже хорошо загребает. Да, можно, кстати, на задних лапах показать. Смотрите, вот видно нерв. Вот видно нерв, он прям розовенький такой. Да, и обрезать... Не видно. Она уже все не хочет сидеть. Короче, обрезать нужно в кончик. И все. Ну так вот. Пошли завтрак. Сейчас сделаем. Что мы такой с тобой хороший завтрак приготовили. Катя меня попросила завтрак, я пошел комментарии читать и засел. Если бы я не ждала, я бы уже с голоду померла. И ты бы тоже. Да не, я аж нормально. Я могу месяц не есть. Бегом. Все. А у нее что, нет кнопки выключения? Только с розетки выключается. Да. Ребята, мы позавтракали, все поубирали, везде пропылесосили. Вот, кстати, я совсем забыла за наш цветок. Надо его полить. Зато он теперь на улице. Он там, я думаю, он у нас там теперь жить будет. На улице жить. Да, Зай? Это там хорошо выглядит, ничего не... Ему там ничего не мешает, у него там погода нормальная, температура. Только сейчас нужно его поливать и все. Так, надо пылесос отодвинуть. Ой. О, все. Зай, открой мне, пожалуйста, дверь. Тут я его подрезал. Капитально. Так смотри, как он хорошенький стал. Ну, польем, и на пару дней можно про него будет забыть. Почему ближе туда, куда-то к тени поставить? К тени? Туда хочешь убрать? Солнце. Ну, оно сейчас уйдет-то, солнце, оно же у нас не круглый день. Ну да. Сейчас уйдет, и он будет в тени. Пумочка улеглась на стол, на новый ковер. Да, Пусяня? Так, мы сейчас, Зай, мы же сейчас едем, да, в этот? Да, в магазин, да? Вот, давай отмерять, мы сегодня, если все получится, если все будет хорошо, мы сегодня уже купим столешницу для барной стойки. Доставай рулетку, будем отмерять. Покуда? Ну, наверное, чтобы так холодильник открывался. Не знаю. Ну, она же наверху в пакете. На антресоле. Ну, ты ж туда их положил, нет? Или да, или нет? Стол подвину.
Ну, Зай, я не знаю тогда, куда ты положил эти булетки. Где они? Если их там нету, то где они тогда? М? В кровати? Я не думаю, что ты их в кровати брал, Зай. Кстати, смотрите, что у нас в кровати. Тут куча целая всего. «Бери, не хочу» называется. Чего-то только нету. Мне кажется, они там в пакете были. Там был один пакет даже. Подожди, а может они у меня... Одна у меня есть в комоде? Что у меня сейчас во втором ящике комода можно найти все, что хочешь и не хочешь, если честно. Что-то пока в первом ящике комода... О, во втором ящике. Не, нету у меня, Зая. А где тогда? Где тогда все рулетки? А? Где рулетки? Рулетки, вы где? Это что такое? Где? А. Это от пультика. Угу. Ваня решил пойти пешочком. Ну давай, иди за этим пешочком. А я на лифте. Да, многие говорят, Катя, вы живете на втором этаже, почему вы пользуетесь лифтом? Я скажу, я ленивая, я не хочу подниматься по лестнице, поэтому я езжу на лифте. Вот так. Смотрите, у меня новый этот... цепочка. Мне так нравится, такая классная. Вот, все, мы отмерили все размеры и сейчас едем покупать, собственно говоря, столешницу и ножки. Вот он! Сейчас Зая будет выезжать. Закрывает. У нас, кстати, оказывается, мы посмотрели по Гуглу, гуляли здесь, по этой местности, и в Гугле старые фотки сделаны, и там были совсем другие двери от гаража. Сейчас уже поменяли, но видно, что они новые, что их не покрасили. Видите, вот это вот зачищалось, все замазывалось. В общем, новые дверьки у нас стоят. Теперь гаражи. На самом деле, очень удобно, когда есть гараж вот такой вот, вообще классно. Не боишься оставлять на улице, потому что... Как и во всех странах, конечно же, воруют, конечно же, бьют, царапают. Тем более так, как здесь паркуются. А, я мой! Машина у нас грязноватая, конечно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Дверька! Дверька улетела куда-то. Ленинка с твоей спиной. Ага. Пристегиваемся. Все. Погнали. Все, мы приехали в Леруа Мерлин. Тут столько народу. Сейчас будем парковаться. Надеемся, что мы быстренько припаркуемся. Потому что если нет, то поедем вниз, наверное, да, парковаться. Скорее всего, мы поедем вниз. Потому да. Что... Потому что здесь нереально много людей. Сегодня. Сегодня еще суббота. Скидки, да, и все. Надо. Вот. Так что, наверное, поехали сразу за ним. Не будем терять время и сразу поедем вниз. Здесь. По крайней мере, я ничего не вижу, чтобы здесь был паркинг. Ну, люди вот гребут. О, в Конфораме 70% скидки. Ну, что мы делаем? Да, были. Ну, мало ли, может, сейчас там еще круче скидки. То люди что-то покупают. Смотри! Я хочу, ребят, вот такой вот ковер. Он такой мягкий, на нем можно рисовать. Мне кажется, он обалденный. Такой, на нем можно спать. Так спи. Стоит такое счастье 189 евро. Ну, 189, это размер 160 на 230. Да, он большой. Ну, вот этот размер, да? Тогда я выдвину. Вот он. Эй, волосы сыпятся. Сыпятся с него, да? Да, видишь. А сейчас он по цвету нам не подходит. Я сейчас, знаете, какой цвет хочу? А, вот такого цвета. Бежевенький. Такой вот бежевенький мне нравится. И вот такой вот бежевенький мне нравится. Вот этот.
как мой свитер, только посветлее. Он тоже классный. Но он не такой мягкий. Ну да, этот не. Может, такой, такие, да? Лучше? О. Такие? Во, шикарно, смотри. Зая, нет. И на стену, в рамку и на стену. Ага, у нас над кроватью повесим. Да? Нет, не хочу такого. Все, пошли смотреть столешницы. Потом ковры. Ковры не к спеху. Вот эти еще прикольные. Они тоже такие мягенькие. Классные. Знаешь, что поселиться может? Жить? Ой, много что там может поселиться. И много что там может жить. Вот стенд со столешницами. Сейчас будем, как говорится, выбирать, какая нам нужна. Какая нам нужна? А с другой стороны... О, да, еще с другой стороны есть. Но тут мало. Но тут одна классная есть. Вот это вот мне нравится. Зай, смотри, вот это хорошее. Можно снять? Смотри. Хорошая, да? Я просто хочу вот такую светленькую, бежевую. Розовую? Не, не хочу розовую. Мне вот это нравится. Смотри, какая хорошая. Мне кажется, прикольно. Тебе нравится цвет? Бежевый, да? Подожди, помнишь, мама твоя говорила, что они есть с круглыми, а есть с квадратными, чтобы нам эту штучку купить, чтобы заделать. Вот, с круглыми. А это не с круглыми. Нет, это квадратные. Смотри, здесь более квадратные. Да, вот круглые, видишь? Вот круглые, да, вижу. Вот это неплохая. Та, которая нам понравилась, вот этого, и таких нету, и даже нельзя заказать, потому что фабрика, которая привозила такой материал, уже все, не работает. Закрылась. Видела, с блестками. Вот это красивая тоже. Тоже очень красивая. Не знаю. Мы сейчас думаем над вот этой. Или мы еще не придумали. Или. Может, с другой стороны? Что еще? Ну, что здесь еще? Вообще. Мало выбора, очень мало выбора. О, продукт disponible in stock. То есть сейчас он здесь есть. Ну, тоже неплохо под камень, да? Как думаешь? Пошли спросим, есть у него такой размер? И сколько он стоит такой же? Фух, короче, ребят, ничего мы не купили, потому что та расцветка, которая нам нравилась, нету. В общем, размеров тех, которые нам нужны, нету. В общем, короче, решили в другой магазин съездить, посмотреть, подумать. Вот. Так, а что мы сюда зашли? Ух ты, какое вот это вот красивое, деревянное. Ну, видишь, это для столов, это не для... Как бы не. Ну какой он, зай, красивый. Такой прям как под дерево. Или это рисунок? Да это рисунок, зай. Это рисунок за 25 евро. Ну очень красивый. Зай, может, с него сделаем? Смотри, как он классный. И он со всех сторон сделан. То есть нам нужно будет только отрезать с той стороны. Нет, как... с той стороны нет. Ну вот, нам все равно там нужно будет обрезать. Что, такой тоненький сделать стол? Мне кажется, он такой красивый. Ну, может держаться вообще. Он не будет проваливаться. Он сгинается, да? Угу. Ой, кошмар, я не думала, что это будет так сложно и так... Кошмар. Печаль. Печалька. Знаете, куда мы идем? Правильно, мы снова идем в Икею. Мы хотим попить кофе, покушать эти хот-доги с сосисочками вкусными. И хотим посмотреть здесь столешницы, какие здесь есть, какие размеры, сколько стоят, потому что в том магазине ничего мы не нашли. Вот, и
Покушали уже, попили кофе и сидим, смотрим эти столешницы. Если честно, мы не в восторге. Какие-то они то одни деревянные, потом белые, серые, не песочных, как мы хотели, но вот одна. Одна вот такая вот есть. И то она больше белая в крапинку. Других нет. Я размер не могу понять. 246. Ты зачем он такой длинный? Нам не нужна. Надо, значит, узнать. Нет, смотри, 186 это 39, ну, 40 евро. Это большая стоимость. А большая будет стоить 50 евро. Ну, а большая не нужна, нам ни к чему большая, нам нужен маленький размер. Вот это вот неплохая. Не знаю. Дело в том, что магазинов-то у нас мало со столешницами. Может, в Аки еще заехать? Аки, один остался магазин Аки. И если нет, то придется выбирать. А с металлическим бортиком неплохо смотрится. Ну вот серый цвет, да, очень красиво с металлическим. И белый с металлическим. А вот такой, как я хочу, будет нормально смотреться с металлическим? Мне кажется, нет. Кто знал, что так? Лестница из стекла 360 евро. Из стекла? Стеклянная? Офигеть. Чудо. Зачем стеклянная? Каменный. Вот из каменных вот это вот нам больше всего подходит. То нам, у нас на кухне стоит более темная. Ладно, что нам еще надо было в Икее? Вроде все. Все. Да? Пошли и посудомойки посмотрим. Идешь? Вам даже помогли. Ты рассказывала? Что мы узнали? А, нет, не рассказывала. Не рассказывала. Короче, на кассе есть специальные такие емкости висят, и туда нужно эти карандашики сдавать. А мы всегда думали, что эти карандашики, чтобы себе забирать. Да, они, оказывается. Это что, холодильники? Что это за марки вообще? Икея? Марка Икея. Да, мне такие марки не внушают. Смотри, какой шкаф. И да. Санды какой-то. Это вещь. Нельзя закрыть. Да. Все приклеено. Ничего нельзя. Это все макеты за. Не говорила я или нет, но мы с Ваней переходим на заварной чай листиками. Это с ним в пакетиках. Да, затяни, пожалуйста, сумку, то одной рукой неудобно. Вот, и у нас здесь есть такой вот магазинчик с чаем. Сейчас зайдем, посмотрим, что тут у нас есть. Смотри, какие классные кружечки. Прикольные. Это термосы или просто? Это, наверное, термосы. Да, они держат. Ага, классно. Так, смотри. Релакс. Бьюти. Подожди, пойдем там чай смотреть, туда. Ой, какие кружки, смотри, какие красивые. Кружечки. Мы, кстати, купили классные штуки в Икее для, ну, чтобы заваривать чашки. Только у нас другие классные. В общем, вот чай. Так. Ну что, какой мы хотим? Ой, тут их так много. Люблю большие супермаркеты. Мы сейчас в Карифуре. То, что здесь всегда очень много фруктов и ягод. Я вот как захожу в этот отдел. И здесь и овощи, и фрукты, и клубничка у нас сейчас продается. Она, правда, зелененькая. Короче, смотрите, большая. Подожди. Пол килограмма стоит 2,39. А евро 25 это сколько? Маленькая у нас. Это маленькая упаковочка, евро 25. Ой, спаржа. Вообще, я просто обожаю здесь просто гулять. Здесь так, не знаю, мне очень нравится здесь. О, кстати, брокколи по еврику. Да, вообще шикарно. Да. Да, за шикарно. О, мы смотри. Мы уже устали ходить по магазинам. Это перехиль петрушка. Это у нас что? Это что такое? Это не базилик.
Это что-то другое. Это мята. А, это мята? Нюхай. О, мята. Вы, кстати, знаете, как переводится мята по-испански? Вот, по-испански мята. Yerba buena. Хорошая трава. Хорошая трава. Все очень... Это как хороший просто. Бургер и плохой бургер. Знаешь, что я хотела? Что такое такое вонючее? Я не знаю, что это. Ромеро. Ромеро так воняет? Да. Розмарин? Да. Значит, он не свежий. Заметьте, в чем он в горшке, не свежий. Я говорю, не свежий, значит, он не свежий. Подожди, а где тут был этот холодильник с ягодами? Он убежал. Подожди, может, тут все перенесли? Смотри, ростки пшеницы, они такие вкусненькие в этих, в лапше, это в китайской. Нельзя есть, знаешь почему? Они, короче, потом в желудке прирастаются. Потому что пшеница растет. Все, не будем мы такое есть. О, грибочки свежие. Что за грибы? Розмарин, значит, был не свежий, а это свежий. Грибочки всегда свежие. Да. Пошли. Мы свежие. Я ягоды хочу. Ягоды хочу. Я хочу на ягоды. Водички купить. Водички? На водичку купить хочется. Нет, не надо нам. А, очень надо. Чай нам надо посмотреть. О, точно, мы же сюда еще чай пришли смотреть. Не забыли. А я думаю, что мы сюда приперлись. Вон чай, нет? Нет, это хлопья. Ты тоже не хлопья? Ну давай зайдем. А, это не хлопья, это вообще эти батончики. А, да, вот хлопья. Слушай, мы давно тут не смотрели. Может, тут завезли те хлопья, которые мы хотим? Ну, я вижу колечки. А, нет, это циферки. Колечки только есть, да? Нет, циферки. Не, вон колечки есть. Где колечки? А, вот колечки. Зая, все упало. Все попадало. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. А вон еще есть звезды. И колечки. А, да. Так, пошли к чаю. Мы еще те не доели, которые у нас есть. Мы вообще только один раз. Редко завтракаем. Да, очень. Ну, в последнее время стали очень редко. Так, нам сюда. Кого? Капсул. А. Капсул целый. Она должна скоро выйти нормально. Я надеюсь, она очень скоро. Послушайте, у меня рука. О, все для выпечки. А это мой рай. Так, что мне нужно купить? Чай. Чай. Подожди, там скидка. Смотри, две штуки за 6,50. Вообще даром. Даром отдаю, Зая. Надо брать. Это бисер, да? Да, это бисер для выпечки. Смотри, клубничная мастика. Ой, цветочки, видел? Нет. Сахарная пудра, всякие штучки-дрючки. Ладно, так уж и быть, пошли. Пошли, где вообще чай? Почему чая нет? Вот он. А нет, это кофе. Ну и чай здесь. Вот. Да, и в этой же стороне чай. Так, это все пакетики. Подожди, а вот это не пакетики? Да, это тоже пакетики. А вот это тоже в пакетиках? А нет, Зай, смотри, вот этот вот не в пакетиках чай. Вот такой тяжелый. Что за чай такой? На, читай. Что за чай? Мне кажется, это зеленый чай. Зеленый? Наверное. Деверт какой-то. Вот это тоже. Деверт. Теверде. Вот, теверде. Это зеленый ну, чай, да, правильно? Теверт. А вот, смотри, есть вот такие. А это шиповник. С черникой, да? А он рассыпчатый или в пакетиках? Я думаю, рассыпчатый. Это. Весь, видишь, он есть. А эти нет. Это не с дырочками. Ну, сейчас сделаем. Какой еще есть тут? Здесь есть ромашка. Ромашка. Так. Ну что-то выбор не особо-то большой, как хотелось бы. В общем, нашли мы сразу в ух ты, смотри, ну здесь прозрачный. Короче, мне не нравится, мне какой-то маленький, а у тебя. Ну сколько у меня здесь? Сколько грамм?
На 50 кружек. Да. А у тебя? Что не написано? У меня написано 3 лепестка. 3 лепестка. А сколько здесь грамм? Грамм у меня написано 100 грамм. Нет, не может быть 100 грамм. 100 грамм. У меня дело в том, что тоже написано 100 грамм. Вот, смотри. Ну вот. То есть у тебя 100 и у меня 100. Просто здесь это но легче. Поэтому больше, кажется. Ну все, мы Ваню взяли. Покажи, какой чай ты взял. Ну я его тоже буду пить. Вот такой. Да красивый. Не такой, коробочку покажи. Такой вот чаек? А мне вот такой вот. Но мы будем пить вдвоем, и тот, и тот. Да? Mm. А еще мы в Меркадоне вчера купили черный с шоколадом. Тоже очень вкусный, такой пахучий и на вкус очень приятный. Да, он в пакетике. Неудобно, а эти в баночках удобно. Это одной марки? Нет, разные. Это не английский чай. А у тебя английский, Зая, ты крутой. У тебя чай английский. Ну что ты думаешь, стоишь? Пошли? Ну, маленькая такая упаковка. 100 грамм, как у меня. Смотри, Зая, купи, давай купим. Смотри, какой красавчик. Как его зовут? Тогда купим. Блин, я не знаю, как его зовут. Все. Тогда не купим, да? Это вроде мистер Картошка. Мистер Картошка, так легко? Блин. Да не, я не знаю. Я предположил. А, так. Ой, какая очередь. Ага. Очередь-то какая огромная. Видишь, общая очередь и вызывают туда-сюда. Туда-сюда, туда-сюда. Ага, так, куда встаем? В общем, наверное, нет? Тут быстрее или нет? А где здесь? Было самим расплачиваться. Ну там карточкой же, или можно... Нет, там можно налезть. Да? Ну пошли. Уф, мы снова в супермаркете, такой уже в другом. Мы сейчас в Алькампо. И здесь... Ашан. Ашан, да. И здесь много разных чаев на развес. И мы вот купили 4 пакета разных чаечков. Так что... И арбузики. И арбузики. Блин, ну теперь нужны баночки для чаечков. А мы все вместе смешаем. В пакетиках как-то мне не нравится в пакетиках. Ой, слушай, а пошли, тут в Алькампо уже продается посуда для... Ну, посуда. Может, найдем баночки сейчас и сразу купим баночки для чая? Посуда-посуда? Да, посуда для посуды. Может, не будем сейчас выбирать посуду, уже как-то устали? Ну все, пошли на кассу, все. Я уже, честно, мне уже все раздражает. Займемся выбором. Тогда давай быстрее. Ты знаешь, что здесь пойдет? Зачем? Похоже. Нет, как мне баночки искать, так он устал. Нет, а как в сладости зайти, так давай посмотрим. Надо, ну, не, я же не говорю покупать, я просто посмотреть. Я баночки тоже хотела, просто посмотреть. Нет, я знаю, чем твое посмотреть заканчивается. А я знаю, чем твое посмотреть закончится. Зая, смотри, какие печеньки. Зая, смотри, как классно. Смотри, какой шоколадный сироп. Ой, какой шоколадный сироп. Нет, самый прикол, то, что таких же не было больших. Ага, да, Са. Евро 85. На место поставь. Все, берем. Значит, идем за баночкой. Нет, подожди, я хочу фреса. 4,70. Они... Да, до фреса лучше купить... Подожди, они где-то есть не марковые, потому что ты марковую смотришь. Зай, давай потом. Зай. Давай потом. Давай. Пошли. Я все завалил. Пойдем. Пошли. Подскулить. Пошли. Я не скулю. Я хочу домой кушать вкусный горячий суп. Пюрешечку. Пить вкусный чай. Какую пюрешечку? Суп надо пить. Пюрешечку. Ну вот, значит, ты их и будешь делать. Вот я могу. Смотри. А, это большие. Да. Это как мы купили, нас которые нас... нам не подходят. А у нас это... Экспрессо, да. Куда ты меня ведешь? Пошли на кассу. Надо нам чипсы. Ой, я уже устала, и мне уже отваливается рука. Я там уже дома, и у нас новость.
Та-дам! Мы купили диван! Сейчас Ваня пошел дяде Вове помогать. Ну, мы попросили Ваниного папу, чтобы он помог нам привезти диван. Ну, у него машина у дяди Вовы большая, туда вмещается очень много. Они сиденья убрали. Мы как бы использовали для дивана. И сейчас диван уже занесли. Бедненький, как они его дощили, он не разбирается. Тяжелый, и они вдвоем, в лифт он не влез. Поэтому по лестнице пришлось. Я тебе сейчас прыгну. Я тебе сейчас прыгну. Теперь я пуму тут гоняю, а то она уже прыгает с когтями на новый диван. Она пошла. Нельзя, я сказала. Нельзя. Пума. Вот. Так что они пошли в гараж вниз, чтобы ставить обратно сиденье в машину. И Ваня поднимется. Я, кстати, разогреваю кушать. Мы сегодня вообще ничего не ели. Вот хот-доги поели. По 2 хот-дога. И все. Короче, разогреваю супчик грибной. Ваня, конечно, говорит, картошечку, картошечку. Завтра будет картошечка. Сейчас нужно хотя бы чуть-чуть покушать жиденького. А там уже попозже можно будет и сварить пюрешечку, картошечку. Немножечко вымазали, конечно. Ладно, нужно будет в магазине купить. Просто поднимали его и немножко вымазали вот здесь. Вот, ну пусть отойди. Вот чуть-чуть вымазали. Ну, ладно. Кошмар. У нас не кошка, а ужас какой-то. Вот, и завтра... Ай, завтра воскресенье. Значит, в понедельник пойду и куплю специальную пену. Эспума у нас называется. Пена для чистки диванов и ковров. Вот. Ну классно, я так рада, что мы нашли именно... Мы вообще сегодня много, мы смотрели и чтобы сделать остров, и смотрели заодно диваны. Столько диванов, и нам понравилось буквально 3 штуки, 2. 2 дивана нам понравилось. Вот, и потом мы в самом конце уже вечером, вот поздно вечером увидели этот диван, и он нам подходил по размеру, по цене, по цвету, по удобству, в общем. И он еще плюсом был последний в магазине. Говорят, больше нету, это последний диван. Мы такие думаем, нам все, надо брать. По всем критериям подходит, все, берем. И мы его забрали, что наконец-то у нас будет в зале диван. Вот это вот нужно все убрать, вот эти все доски, вот эти... Ой... Сегодня уже диванчик будет стоять. И в понедельник я уже куплю наволочки, подушечки. И красивые, чтобы подушечки у нас были на диванчике. Ой, короче, счастье полное, что наиманчика, конечно, сейчас вернется уставший. Но я его сейчас накормлю вкусненьким супчиком. И ляжем на диванчике и будем отдыхать. Сейчас мы его перевернем, снимем вот эту вот штуковину и будем отдыхать. Ой, сегодня день такой сумасшедший, я не... вообще. Ну ничего, все, что не делается, все делается к лучшему. Да, Помчик? Да, Пусяня? Скучала. Она, как она скучает, она спит весь день, пока нас нету. Не-не-не, туда нельзя. А потом, когда мы приходим, она начинает бегать, играться, прыгать. Да, кисонька моя, да, моя девочка? Моя девочка. Та-дам! Вот он, наш диван! Классно? Тебе нравится, Зай? Да, мне нравится. Мне тоже очень нравится. Я очень устал. Мы всё, его заваливаем. Вот этой, конечно, белой штуковины не будет. Мы ее потом уберем. Просто она нам нужна будет для... О, смотри, у нас паучок дома живет. Смотри. Не убивай. Не, не буду, пусть бежит. Надо его съесть. Вот, так что вот диван. Теперь у нас на диване будет обезьянка и плед. Все, вот так. Красота. Что? Снимаешь? Да. На самом деле, все это время диван находился под нашими одеялами. Да, просто он так вот, попа, и появился. Слушай, Зай, он дома еще лучше смотрится, чем в магазине. Я очень довольна. Класс. Мы уже улеглись с Ваней поудобнее на диванчике. Попиваем чай. Заварили чай, который черный с гайетас. Гайетас, печеньки, да? Печеньки и шоколад. Печеньки и шоколад. Ну, с запахом печенья и шоколада. Запах.
Вот. Печеньки что... шоколад закончились, теперь пьем с запахом. На самом деле не закончились еще. Не, печеньки есть. И шоколад тоже есть. В общем, пьем. Спасибо подписчикам, да, благодаря им у нас есть. Мы чай пьем. Вот, так что, ну, удобненько, так хорошо, на диванчике отдыхаем и смотрим Comedy Club, да? Хороший диван. Да, классный. Удобненько, так хорошо. Пума уже хотела подточить об него свои ногтики. Засранка. Да, обиделась, мы ее выгнали. На стуле сидит. Не, она ушла на стул. Ладненько, включай, зай. Будем смотреть дальше, отдыхать. Все, ребята, Ваня с Пумой на диване. Да мы с него уже, мы с него не слазим. Да, все, мы теперь с него и не слезем. Ребятки, буду с вами, будем мы с вами прощаться. Да. Всем спокойной ночи, мы сейчас посмотрим фильм и будем ложиться спать. Так что всем пока-пока, сегодня был очень трудный такой, очень насыщенный денечек. И увидимся с вами уже завтра, завтра воскресенье. И всем пока-пока, ребяточки. Спасибо вам большое за комментарии, их очень-очень много. Я сидела, читала. И нет конца, у меня уже глаза начали болеть. Я думаю, так, все, надо сделать передышку, поболтать с вами на камере. И потом мы как фильмы обычно смотрим. Мы вроде смотрим фильм, но когда мы понимаем, что фильм такой скучноватый, то мы просто садимся и читаем комментарии. Ну, бывает же такое. Или нет? Мы не начали еще фильм смотреть? Ну да, еще не начали. Ладно, все, ребятки, всем спокойной ночи, увидимся с вами завтра, всем пока-пока. Ютубинцы, спасибо за ваши лайки и комментарии. Люблю вас очень-очень.